Что делать, если вам попали перцовым баллончиком в глаза? В первую очередь необходимо обильно промыть под проточной водой. Смыть все токсические вещества, умыться, обработать кожу век. Сразу же после этого обратитесь к врачу-офтальмологу. Перцовый баллончик – это средство защиты и не может нанести серьезного вреда, но может принести токсическое поражение конъюнктивы слизистой и роговицы. Поэтому врач назначит необходимое лечение – антибактериальное, противовоспалительное. Помните, еще раз, после попадания перцовым баллончиком в глаза обильно промойте и сразу же обратитесь к врачу-офтальмологу.